А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Всем привет! Вы смотрите канал Интернет и Деньги, и это еженедельный отчет по смарт-контракту Tron Queen. Кто помнит, то в первом видеообзоре я сказал, что каждую неделю буду делать небольшой видеоотчет по проекту, потому что выводить я не буду, а буду копить холд бонусы. Итак, давайте смотреть, что же у нас на данный момент по проекту. Если вы помните, то называется Tron Queen. Работает у меня здесь депозит в размере 550 Tron. И на балансе у меня уже 173 трона, которые накопились за неделю. Если бы я выводил каждый день, то было бы намного меньше. В этом мне помогают холд-бонусы. По холд-бонусам у меня вот так. За удержание именно вот этого баланса уже плюс 0,40% каждый день не начисляется. Далее за каждые 100 человек, которые прошли регистрацию после меня, уже 0,23%. То есть в сумме 0,63% плюсом к 3 стандартным я уже здесь зарабатываю ежедневно. Я считаю, что это довольно неплохо. Здесь вот все условия по холд бонусам. Кому интересно, можете изучить, либо посмотреть у меня на канале первый видеообзор. Я там все наглядно показываю. Также пришло немножко партнерских, я чуть позже вам покажу. И это, кстати, доказывает то, что проект платит. Также давайте напомню, что у нас по тарифному плану. Он здесь один, предлагает 3% в сутки до тех пор, пока не заработаете 200% чистой прибыли. Точнее, там будет 100% ваш депозит и 100% чистая прибыль. Ну и плюс, вот как видим, здесь тоже написано о холд бонусах, которые могут увеличивать ваш ежедневный процент заработка. Вот такое здесь количество тронов на балансе на данный момент. Оно только растет. Уже 331 пользователь. В принципе, за неделю работы проекта не так уж много. Но я считаю, что это даже хорошо, потому что потихонечку он развивается. И мы быстрее выйдем без убыток. Также я вам напомню, что не выводите каждый день, а собирайте холд бонусы. Таким образом вы намного быстрее выйдете без убыток и быстрее начнете зарабатывать. Будем выводить только тогда, когда увидим, что баланс смарт-контракта начинает падать. Я работаю именно по такой стратегии, и также все блогеры по такой стратегии здесь работают. Ну а теперь давайте я вам покажу свой кошелек Трона. Вот, как видим, 3 дня назад, 22 февраля, мне приходили партнерские начисления. Это все с этого проекта. Можно открыть любую транзакцию. Давайте вот я даже скопирую ID. И мы позже на TronScan его посмотрим. А пока что перейдем на TronScan и просто посмотрим баланс самого смарт-контракта. Также посмотрим на диаграмму, как он растет. Вот здесь видно баланс самого смарт-контракта. Здесь в тронах и чуть ниже сразу в долларах. Теперь давайте откроем диаграмму. Вот у нас открывается диаграмма. И как видим, баланс у нас только растет. То есть в проекте все хорошо. Можно здесь зарабатывать дальше. Так, теперь давайте посмотрим на мою транзакцию. Вот транзакция. Нажимаем поиск. И вот, как видим, подтверждение, все нормально, результат подтвержден, вот блоки, то есть все адреса. И, как видим, вот такая транзакция мне пришла с Tron Queen по партнерке. Это только одна из многих, потому что на самом деле с партнерки мне пришло довольно немалое количество тронов. Так что вам тоже советую зарабатывать на партнерке, потому что так можно заработать намного больше. Но даже если вы хотите здесь зарабатывать чисто на пассиве до 200%, то, как я и сказал, советую вам не выводить, а копить холд бонусы. Такая стратегия даст вам быстрее выйти без убыток, еще раз повторюсь, и больше заработать. Ну что ж, вот такой вот промежуточный еженедельный отчет по смарт-контракту Tron Queen, ссылочку на который вы найдете под видео в описании. Надеюсь, видео вам было интересным и полезным. Кому это понравилось, ставим лайк, кому же нет, конечно же, дизлайк. Подписываемся на канал, жмем колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И всем удачи и профита, и увидимся в новых видео.